Меня зовут Денис Роза. Я думаю, молодой человек, он так на меня посмотрел, по-моему, мы еще не знакомы, да? Поэтому он, может быть, ожидал молодого человека и вдруг увидела женщину. Я очень рада быть здесь сегодня. И спасибо теплице за то, что они делают такие замечательные проекты. Они тоже нам помогают в течение многих лет. И фонду «Лучшие друзья», который я тоже возглавляю, и «Перспективе». И я уже смотрю вокруг зал и смотрю, что вы все уже, все, что большинство людей, многих я знаю. И я очень рада видеть здесь много людей с инвалидностью. И вот просто я подумала, что, наверное, то, что я скажу, вы уже все знаете. Но вот я вспоминала, когда меня попросили немножко выступить сегодня, я вспоминала участника нашего кинофестиваля. «Перспектива» делает очень много программ. Мы делаем наши главные программы, задачи, чтобы люди были включены в общество. Это через образование, через трудоустройство, через спорт, через общение, в смысле, общение и лидерство, и изменение отношений в обществе. И у нас сейчас такое мероприятие – кинофестиваль, который будет в этом году, в ноябре. Мы его делаем каждые 2 года. Это международный кинофестиваль о людях с инвалидностью. И 6 лет назад, или это был Даша, мне кажется, 6 лет назад, мы получили фильм от молодого человека, который, по-моему, из Мичигана, из Штатов. И он прислал фильм. Мы его одобрили, ему было 12 лет, это был такой детский фильм. Но мы все равно решили, что его нужно показывать. И он никак не посылал нам фильм. Просто он, я не знаю, он не отвечал на письма. И наконец-то я решила ему позвонить. Я ему позвонила, я попала как раз на него. И он мне объяснил, что он извинялся, сказал, что он был очень занят, но что он обязательно пришлет в ближайшее время. И что очень жалеет, что не сможет приехать к нам, потому что из-за своей инвалидности. Я тогда не понимала, какая у него инвалидность. Но он пришлет нам обращение. Короче, буквально через 2 недели я сижу перед компьютером и смотрю. Я решила посмотреть в первую очередь обращение, включаю обращение. И там как раз Дру, его звали Дру, он с помощью компьютера объясняет, почему он участвовал, почему он сделал этот фильм, почему он так рад участвовать в конкурсе, потому что он не говорит. Все же у него аутизм, и он не говорящий, невербальный молодой человек, ребенок. И в этот момент я поняла, что я разговаривала с человеком с помощью синтезатора речи. Я вообще не представляю себе, что он так со мной, потому что он очень быстро отвечал на все мои вопросы. И, наверное, вот тогда я поняла, насколько технологии замечательные. Потому что я уже и так знаю, вижу, как технологии много дают. Но для молодого человека невербального что-то дало ему возможность общаться с другими. И я, к сожалению, я таких случаев не помню в России. Я знаю, что сейчас меняются технологии, много всего есть, но у меня не было пока такого опыта, к сожалению, когда я встретила человека, который со мной общался с помощью коммуникатора или с помощью своего iPad. И в России сегодня 13 миллионов людей с инвалидностью, вот такая статистика. Но мне кажется, важно не думать только об этом цифре, этой цифре, которая очень большая. Но все-таки надо учитывать, что вокруг любого человека с инвалидностью есть и родители, бабушка, дедушка, не знаю, там сестры, братья, соседи, друзья, есть другие люди. И если посчитать всех людей, которые вокруг него, это, наверное, в 3 раза больше точно. Кстати, получается, это сколько? Кто у нас хорошо с математикой? 40 миллионов, наверное, больше 40 миллионов людей. Которого это касается в России. И если сегодня, конечно, меняется, много меняется, потому что мы занимаемся защитой прав людей с инвалидностью почти 20 лет. И тогда, конечно, вообще ничего не было. О людях с инвалидностью практически не говорили, условий практически не было. Конечно, сейчас, слава богу, меняется. Но до сих пор есть проблемы в области образования, потому что хотя дети начинают ходить в обычные школы, все равно в рамках школы они не всегда готовы его принимать.
педагоги недостаточно обучены, сверстники не всегда тоже готовы принимать этого ребенка, или даже иногда бывает больше проблем со стороны родителей сверстников. Кроме этого, трудоустройство. Мы занимаемся очень активным трудоустройством, и мы видим большие изменения в этой области. Но до сих пор статистика говорит о том, что около 30% людей с инвалидностью трудоустроено. И многие из них, к сожалению, или трудоустроены на дому, или трудоустроены, бывает тоже фиктивно трудоустроены, значит, берут их трудовую книжку ради квоты, и они по-настоящему не ходят на работу. Или трудоустроены в таких специальных предприятиях для людей с инвалидностью, для незрячих людей, например. Меняется ситуация. Да, это хорошо, но все равно проблем много. Доступной средой. Вы видели, вот мы все сюда пришли сегодня, да? Я знаю Андрей на коляске. Я думаю, что его папа с трудом помогал, да, ему он подниматься. А, ты сам заходи. Но все равно я вижу здесь другие ребята на колясках. Неважно, все равно пандус очень крутой, да. И я не в критику Impact Hub, которые молодцы, и что они организуют такие мероприятия и принимают всех, но в том, что, конечно, город не приспособлен в целом для людей с инвалидностью. И ну вот, вот я хорошо помню человека, который однажды мне сказал, он тоже на коляске был, он сказал, мне такое ощущение, когда я прихожу и вижу такие, ну, такие лестницы и такие плохие пандусы, что меня просто здесь не ждут. Поэтому мне кажется, хотя действительно за последние 10 лет очень сильно изменилось, и то, что такие мероприятия делаются, это важно, но все равно такое ощущение, что не везде ждут людей с инвалидностью. И если говорить о тех успехах, которые есть, конечно, успехи, заслуга успехов и есть технологии новые. Ну, например, у меня коллеги, сейчас я перелистаю свои странички. У меня коллеги, которые используют все эти новые технологии. И, например, у нас юрист, он ведет консультации по скайпу очень часто. Мы, ну, незрячий наша тоже коллега, она использует JAWS. JAWS озвучивает все тексты, которые она получает, все письма, которые она получает. И все, конечно, у них есть смартфоны. Ну, я думаю, что почти у всех есть смартфоны сегодня. Но это понятно, что это открыл много возможностей для людей с инвалидностью. Кстати, я вспоминала тоже, что тоже важно, мы все забываем об этом, что сейчас у нас это все в кармане, да? А вспомните, я не знаю, я помню, как я сюда ехала, я в 91-м году была, или в 90-м году, я сюда ехала своим Макинтошем. Кто-нибудь видел Макинтош в то время? Как он выглядел? Короче, это был такой блок, вот большой, да? И это был портативный, он назывался портативным. И я помню, как он был на моем плече, я вспоминаю, думаю, как я его таскала. И я его прямо в самолет взяла и тащила как раз в общежитие. Я тогда жила в общежитии. И сейчас у нас, боже мой, это так легко, у нас в кармане это все есть. И слава богу, что это все. И это меняет жизнь каждого из нас, естественно, и людям с инвалидностью. Но мне тоже кажется очень важно, что это дает нам возможности, ну, и людям с инвалидностью возможности именно участвовать больше в жизни, общаться с людьми, на работе, в учебе. Другой вопрос, что он недостаточно развит в школах, да? Возможность есть, но пока очень мало это развивается. Например, надо обучить всех педагогов, как это все использовать, чтобы они дальше потом обучили людей с инвалидностью использовать эти новые технологии. Поэтому эта цепочка начинается, но все равно там много еще нужно сделать, чтобы во всех школах, я знаю, у меня коллеги в Чикаго, вот она работает в школе с детьми с аутизмом, и они только используют новые технологии. Только. Потому что они используют, они общаются с помощью iPad'ов, с помощью, ну, в основном это Apple, разные Apple'овские app'и, ну, в смысле приложения и устройства. Но она только это использует. Здесь пока мало. Поэтому, мне кажется, тоже очень важно, чтобы был доступ
Да, потому что этот доступ к этим технологиям дает возможности человеку участвовать в обществе наравне с другими. Я вчера вот решила посмотреть, что я сделала в Гугле. Кстати, мне Дру однажды писал, что Гугл — это его большой друг. Вот Дру, помните, который вот присылал нам фильм на фестиваль? И на самом деле, я думаю, что многие из нас могут сказать то же самое, что он большой друг, но я решила вот посмотреть... В смысле, зашла вдруг вчера, я вот спросила его, какие есть новые технологии, новые приложения для людей с инвалидностью, или самые, по-моему, я спросила самые использованные, самые ну, нужные. И он мне дал 7 таких приложений, и очень интересные приложения были. Например, такое приложение, которое сейчас именно на телефоне для неслышащего человека, он переводит речь, в текст. Значит, ты можешь, ты получаешь эту информацию, но человек с тобой общается, и это переводится сразу в текст. Я не знаю, насколько он везде используется, это австралийский какой-то новый app. И что меня тоже поразило, там был ролик, и в рамках ролика там один из, сам разработчик, у него сам нарушение слуха, и он очень благодарил всех, которые участвовали и помогали с проверкой вот этого, или там с опровержением вот этого приложения. Поэтому я поняла, что очень много неслышащих людей или слабослышащих ему помогло, чтобы довести это все до того приложения, которое именно нужно сегодня людям неслышащим. Потом там было тоже такое очень интересное приложение, которое помогает незрячим и слабовидящим людям ну, что-то познавать, текст. И он, типа, ты делаешь фотографии его, и там есть по миру 90 тысяч волонтеров, которые получают этот текст и отвечают тебе. Вот меня это тоже поразило. 90 тысяч уже волонтеров записались, и они это используют. Потом там тоже был такой интересный для людей, которые, ну, трудности в речи, да, и не очень разборчивая речь, для того, чтобы познавать вот эту речь. И, собственно, он переводит вот эту речь в такую речь, которая будет всем понятна. Короче, очень много интересного делается сегодня, и можно только радоваться, что это все происходит. Я не могу сказать, что я знаю, что. Я думаю, в России тоже много чего происходит, просто я, наверное, не в курсе. Но я тоже хотела вам сказать об одном проекте, который у нас есть. Это продвижение универсального дизайна. И мы решили в это вовлекать студентов архитектурных, строительных вузов. И у нас в прошлом году был первый конкурс этого проекта. И участвовало 227 человек из 19 городов. И мы получили 72 проекта. Но один из тех проектов, который я запомнила, и который получил приз, это был проект квартиры для слабовидящих людей. И вот что мне больше всего понравилось, что вот эти ребята, это были ребята из Волгограда, они пошли, они нашли эту семью, они с ними общались, узнали, что им надо, узнали, общались, у них какие-то идеи были, они поделились с ними своими идеями. И потом они сделали вот этот проект. Плохо, что там ну, не было возможности опробировать это все, но в любом случае они вовлекали людей с инвалидностью. И это тоже одно из условий нашего конкурса. И мне кажется, если вот такой если совет тем людям, которые разрабатывают проекты, очень важно. Я не знаю, может быть, вы и так это все знаете, наверное, что очень важно тех самых потребителей вовлекать в этот процесс разработки. И, наверное, последнее, что я хотела сказать, вы, наверное, все уже думаете, пора уже приступить к делу, что вот действительно вот эти технологии могут быть очень важны и нужны, вернее, они и нужны, но очень важны, и помочь человеку жить более полноценно, человеку просто учиться, работать, быть включен в жизнь. Я уверена, что если инклюзивные школы начнут использовать больше технологий, что там и не будет каких-то барьеров, что эти барьеры будут стираться и между детьми с инвалидностью и без, и педагогу будет проще работать с ребенком. Но нам очень важно, может быть, вместе
я не знаю, как вот эта задача для теплицы, но это нужно внедрить в общество, чтобы это все больше и больше было, и чтобы это было, наверное, и доступно всем, и чтобы люди знали, как это использовать, и чтобы это реально тогда смог изменить жизнь очень многих людей по всей России, которые, к сожалению, сейчас не имеют таких богатых возможностей, но с помощью, конечно, технологии не решают все вопросы, но они могут помочь со многими вопросами. И вот, я не знаю, надо подумать о том, как это продвигать. Я знаю, соединение делает вот какие-то программы. Но как нам вместе, или вы как разработчики, люди с инвалидностью, как нам это делать, чтобы улучшить жизнь людей с инвалидностью? Потому что я верю, что мы можем это сделать, но эти технологии должны быть везде. Спасибо.